Пока я не получил какую-то награду, которую мне сегодня вручают, начнем с предварительной поэтической ласки. Однажды я поглощу весь мир. И когда я его поглощу, надеюсь, вы все умрете насильственной смертью. Это что, блядь, мундок, что ли? Мундок! Мундок! Херово выглядишь. Да я всегда так выгляжу. Ты просрал свой талант на женщин, бухло и... Вот это я понимаю. Вот что подпитывает мой мозг. Все это происходит. И я начинаю слышать музыку. Мир реверберирует туда-сюда и ловит частоту. Я начинаю танцевать, пальцы начинают двигаться. Кружась, блять, по клавиатуре. И на свет появляются охуительные стихи. Немедленно прекратить. Прекратить эту дурь. Тебе надо опубликовать роман. Облажаетесь, сядете. Пожелай мне удачи. Я пошел писать очередной великий американский роман. А когда вернусь, устрою групповуху и мать твою приглашу. Спасибо, мистер Мундок. Я пытаюсь выявить свою связь с миром. Просто следуй за мной, друг мой. Полетели. Он хороший пилот? Не, у него глаукома на оба глаза. Прекрасно. Люблю, когда планы сходятся. Давай, малыш. Черт подери. Ты повел себя, как мелкий еблан. Хочешь пострелять? Стреляй из этого. Теперь надо покормить моего кокаинозависимого попугая. Ага, покорми. Художественный фильм «Пляжный бездельник». Давай еще. Еще разок. Смотрите в правильном переводе гоблина.